4 ноября россияне отметят День народного единства. В праздничные дни изменится график движения некоторых видов транспорта и работы различных ведомств. Так, для удобства пассажиров на 3 дня изменится график движения пригородных поездов Горьковской железной дороги. 3 ноября во вторник поезда будут ходить по расписанию пятницы, 4 ноября по расписанию воскресенья, а 5 ноября в четверг по расписанию понедельника. Подробную информацию можно получить в едином информационно-справочном центре РЖД на сайте rjd.ru в разделе «Пассажирам». Также в связи с учетом работы Почты России и Сбербанка в праздничный день скорректирован график доставки ноябрьской пенсии. Так, в отделениях почты пенсии за 4 ноября будут выплачиваться 3 числа, с 5 ноября будут доставляться по обычному графику. В Сбербанк пенсионный фонд перечислит средства 2 ноября, срок доставки с 3 по 7 ноября. Получить пенсии можно, как только Сбербанк зачислит средства на счета пенсионеров.